Внимание, Антон Валерьевич, внимание, первые зрители. Я запустил трансляцию, осталось 4 минуты. Так, а что там, личико? Соня, твое? Вот. Ну-ка, приблизь, пусть посмотрит на тебя. Вот она, наша девочка. Хочешь, твои фотографии покажу? Хочешь? Всем. Ютубу. Ну, чуть позже, еще официально, еще не началось, так? Звоню Антону Валерьевичу. Звоню Антону Валерьевичу. Так. Что? Добрый вечер, я запустил трансляцию, жду, как, что вы ответите. Готово, все работает, запускаем. Ага, хорошо, осталось 2 минуты, начнем. Спасибо. Давайте хорошего вам занятия. От вас услышал хорошую новость. Угу. Это же не просто абрикосы зацвели. Когда-то они, это же... Откуда вы их взяли? Ответ? Ну, у меня за все годы, с 2016 года, за все, за каждый год я добавлял все от вас. Все, на этом точка, потому что я хочу устроить сюрприз. Пожалуйста, фотографии. Я на следующем вебинаре так хвастаться буду. Ну, договорились? Хорошо. Я хотел услышать, что это ваши слова. Это. Вот. А мало ли, у нас специалистов в стране. О, в Иркутске, оказывается, черешню выращивают. Представляете? У меня тоже в этом году черешня перезимовала над снегом без подмерзания. О, сейчас только Чернобаев позвонил. Константинович, у меня первая черешня зацвела, но у меня молодые деревья. Вот. Но это еще наши заслуги нет. Идет великое потепление. Когда-то говорили 1 градус за 100 лет, сейчас каждый год по градусу. Вот. Правда, после этого мы дождемся или потопа всемирного, или еще похуже. Ну ладно, пока будем радоваться тому, что есть. Так, ну, все, осталась 1 минута, пока. Ладно, пока. Ага. Хорошего вебинара. Спасибо. Димашка, пельмени варить. Так, скажи, пусть сейчас сюда подойдет. Нельзя на меня садиться. Почему? Нельзя, потому что мне мешать будешь. Ты уже 30 кг весишь, поди. А? Танцовщица. Похвастай совсем, как ты шпагат делаешь. А? Нет, нет, тут они не увидят. У меня фотографии есть. Тимош! Тимофей Николаевич! Туалет. А, вот тут у тебя вовремя на туалет попал. Так, 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 так. Ага, все, время вышло, давайте работать. Итак, вот это вот портрет. Я увидел случайно, кто-то мне его прислал. Всем боярам писать ВКонтакте, чтобы дурость каждого видна была. Сейчас мы будем с вами бороться с дуростью, а так как не только опровергать что-то такое,
не мусливая, зловредная, но и предлагать взамен что-то полезное. Тогда наша работа будет иметь смысл. Уже и лету притащила. Ты так весь вебинар просидишь, да? Тимоша! Вы где твой брат? Там. Это Влада, обычная женщина. Я не накрашена, не показывай меня. Тебе-то краситься не надо. Сейчас посмотрим, видно вас или нет. Вот я вижу себя. А ну-ка, приблизьте. Вот они, красавцы. Сейчас я начну, это раз, и что пришли ко мне, показываю семейный архив. Ты уже снимаешь? Да, уже люди уже это все видят. Показываю семейный архив. Так. В этом парне ты себя узнаешь. Все показывать не буду, а то ты все видишь. Самое главное, что дети находятся в лучшем сибирском саду, а может быть и в российском. Кто это? Сенька. Сенька, узнали брата. Сегодня мы с ним работали, он сегодня 100 рублей заработал. Мы выкапывали эти самые однолетние вишни, ой, эти мажорские абрикосы для Красноярска. Он тоже участвовал. Так, вот эту девушку вы знаете? Угу, кто это? Ну, сейчас самое главное не это. Самое главное показать вас во всей красе. А почему? Потому что я, друзья, я вам буду показывать эти детей, чтобы вы видели. Это фактически стало невозможным. Вся современная агротехника, она звериная. Я буду это доказывать. А пока соотношение 100 к 1, сейчас убедитесь. То есть проигрываем безнадежно, я и вы. А пока просто, смотрите. Это просто семейный архив. Сенька там внизу был. Да, а вон он. Вот. Это ясно. Это просто семейный архив. Принесите этот, он пищит этот самый, будильник, будильник. Выключи. Сейчас выключу, давай. Это чтобы не опоздать, а он сам поздно позвонил. Так, узнаешь, Сонька? Дорого ты мне обходишься со своими танцами, но ничего. Надеюсь, что ты когда-то будешь примой оперного театра, ой, большого театра. Я очень хочу, ребята, чтобы вы все жили в этом раю. Мама, Юля! И работали. Кто сегодня отказался ехать в деревню? Ну-ка, смотри, глаза. Тимоша. Тимоша, вот видишь ты. А вот такой парень. А ты знаешь, Тимоша, рассказать тебе? Что? Черный абрикос, который ты садил, я фильм снял. Ну, все. Твой, твоими руками полностью посажен. Ну вот, пока хватит. Сегодня вот такая же точно была операция, фотографии покажу в следующий раз. Абрикос. Все было так же. Все.